Итак, всем привет. Снова снимаю наш трактор этот. Вроде зима заканчивается, а решил поставить печку, отопитель в кабину. Не особо он мне нужен был раньше, да и сейчас, ну, вроде как укомплектовать, сделать все как положено. Ладно, по поводу отопителя. Стал искать на Авито, то есть там 75-шный и МЗ-шный, фигешный, и цены выскакивают 3, 4, 5 тысяч. То есть, ну, посчитал, что это маленько дороговато для отопителя на мой трактор. Прикол в чем? То есть хотел поставить все и музешную, либо 75-шную купить, а потом вспомнил, что у меня этот трактор переделан в проводку на 24. Стал искать отопители. Ну какие? КамАЗ, ЗИЛ. ЗИЛ вроде бы двигатель там такой же, что-то такое, но в общем смотрел никак. Ага, уже подумал о том, что надо купить ЗИЛовский отопитель и поставить от него моторчик на 24. И у меня как бы ЮМЗ-шная печка будет нормально все работать. Но стал искать. Не смог найти по адекватной цене по адекватной цене печку не мог найти. Меньше 3000 ничего не выскакивает. И стал вспоминать, и где-то я также на ютубе видел у кого-то просто случайно в кабине он называется дополнительный отопитель в кабину. И купил вот такой вот с четырьмя выходами. Купил я его на 24. Вот так мы через крепление его поставили. Вот так вот он. То есть он двигается, его пока не закрепили. И вот, то есть вот он на 24, 2. Сейчас мы его будем выводить. То есть прежнего хозяина у меня остались отверстия, сейчас тут поправим. Этот вроде тут уже Игорек кинул не ахти какую проводку, и говорит, и тумблер поставил. Сейчас попробую включить, покажу. Залез. Ну и так, в кабине вот как он примерно выглядит. В кабине у нас он идет, заводские у него эти крепления, его можно хоть да как угодно. Там я понял, то ли один моторчик или два, то есть вот этот вот лопасти и сверху, и снизу там есть. Сейчас включу массу, попробую его включить, как он будет по звуку. Ну как-то вот так. Ну вот, вот уже, ну да, да, спокойно он добивает до меня. То есть все, так он примерно работает. Да, ссылку дам, где я его покупал. Все это удовольствие мне обошлось 2500. Есть 3 выхода, 4 выхода, 5, 7, по-моему, там до 10 штук. То есть радиаторы вот эти вот, они есть разные. Я вот этот с четырьмя брал за 2500. Ну, доставка там, как закажете, почты, фигочты. То есть эти выхода берем гофру, либо шланг ставим на стекло, а остальные также будут дуть на меня. Ну, вот так мы как-то с печкой, я думаю, решим этот вопрос. Ну, ладно. Все, подписывайтесь на мой канал. Может, еще что-то интересное сниму. Ладно, все. Всем пока.